Так, друзья, здесь на пересечении первого проезда Виноградной есть еще одна столовая. Заявлено, что работает кондиционер, то есть типа прохладненько, хорошо. Давайте зайдем, посмотрим, что тут есть интересного. Да, то есть если мы туда посмотреть, видно все ценники, я думаю. И тут тоже белый соус 40, а ну это под соусом 4 раскладка. Ведь здравствуйте. Здравствуйте. Что рассказать вам? По ценникам нас только интересует. По ценникам. Борщик у вас с мясом, нет? С мясом идет курочка. Вообще шикарно. То есть за 80 рублей можно поесть борщик с мясом. Шикарно. То есть чуть-чуть дороже, чем везде. И все. То есть, ну, если что, ставьте на паузу. По говядине и лагмасом вкусный. Он идет из чистой говядины. Там идет цельные кусочки мяса, говядины, овощи. Это все в томате, в бульончике, с сельдереем, с морковкой, с болгарскими перцами. Что вы делаете? Я худею, девочки. Очень вкусно. Мы просто любим эти блюда, поэтому рассказываю. И очень вкусно. Это очень профессионал, 15 лет стаж, поэтому все на высшем уровне. Стоимость? Если баранина, то 150. Полтора из говядины, это тоже будет примерно как шурпа, только туда еще добавлен лук. Ага. Это все. А сколько вам доплачивают за рассказы? Нисколько, нисколько ставка. Мы любим свои блюда, поэтому мы рассказываем с удовольствием. Мы сами кушаем, просто кушаем здесь. Поэтому мы знаем каждое блюдо и каждый день все пытаемся. Вообще шикарно. Девочки, спасибо. Там больше печка, куда соли, где больше мяска, где меньше. Так, меня еще ни в одной столовой не встречали. Спасибо большое. Вот так, если всех людей будете встречать, вас отбоя не будет. Ну и можете посмотреть, то есть помещение большое, просторное, с кондиционер действительно работает, а телевизоры тоже можно, да, для детей что-нибудь включить? Конечно, включаем мультики, вечером бывает, что включаем футбол, иногда нужно. Понятно, девочки, хорошая работа, спасибо большое за информацию. Спасибо. До свидания. Тут также салфеточки, вилки, ножики, то есть все есть. Я надеюсь, что девчонок было слышно, то есть все хорошо.